Что у него на душе? Давайте посмотрим, давайте узнаем. Подумайте, пожалуйста, о вашем мужчине. У нас будет общий онлайн-расклад на один вариант. И мы сейчас дадим ответы на ваши вопросы. В каком он сейчас состоянии? Что он там хочет? В каком состоянии? Какой-то он, знаете, состояние разбитое, я бы так сказала. Хочет написать вам, но почему-то, знаете, как будто бы пишет и стирает, пишет и стирает. Да, такое впечатление, будто бы вы с ним немножко поругались, и он как-то сейчас весь в воспоминаниях. Но, девчонки, он вас любит однозначно, любовь переливается, но видите, какая-то ситуация произошла, что не в силах что-то поменять. Ну, скорее всего, что да, была какая-то подстава, какая-то неприятная ситуация, но, блин, у него сердце вообще разбито в дребезги. И хочет чего? Хочет радости, хочет счастья, хочет какого-то веселья, но почему-то сейчас ему реально очень грустно, он сейчас один и весь такой в страданиях. Но ситуация какая-то по справедливости, однозначно, такое впечатление, будто бы он это заслужил. И хочется сказать, что вас даже кто-то хочет предостеречь от того, чтобы вы не обожглись с этим человеком. Да, потому что, видите, тут слезы, слезы, печаль, тоска. Ух, человек весь, знаете, в работе, человек принимает решения, но он как-то ничего не хочет. Такое впечатление, что он сейчас на паузе, что он сейчас как-то где-то совсем запутался, и что-то у него происходит по работе не очень хорошее. Ну да, он весь в лабиринте своего сознания сидит. Хотя, конечно, страсть однозначно есть, но есть какие-то скрытые моменты, девчонки, которые вы не видите, он что-то от вас скрывает. Но опять-таки, ничего не делает. Что за пауза? Но, возможно, к вам примчится. Возможно, хочет приехать, хочет куда-то, знаете, какую-то вечеринку, хочет какое-то веселье, хочет как-то расслабиться, потому что он без вас не может. Вы для него, знаете, такое искушение, прям вот просто искушение. Да, готовьтесь на Хэллоуин, он как раз примчится, будете вместе отмечать 100%. Да, нужно немножечко подождать, то есть дайте время для того, чтобы собрать хорошие плоды. Но все равно какая-то ситуация, ну, как-то меня волнует. Как-то она, вот знаете, тяжелая. Она тяжелая, и вот на обратной стороне у нас висит карта умеренности, да, что нужно время. Какая-то ситуация в вашей жизни произошла с ним, что нужно время для того, чтобы как-то ситуация наладилась. Потому что он сейчас в очень большом кризисе. Вот такая интересная информация, девчонки. Все, обнимаю, пока-пока.